Здравствуйте, дорогие телезрители ТБН Россия. Из города Царя Великой Славы, из Иерусалима, я хочу вас поздравить с наступающей Пасхой Христовой, пожелать спасения всех ваших детей, ваших семей, и чтобы ваш весь дом спасся, и вы вместе славили Господа, и в ваших домах был мир, покой и благодать. С любовью Господа нашего Христа, я вас обнимаю, целую и жду вас в гости на нашей земле, обетованной в Израиль. Приезжайте. Аминь.